В Уйлском районе загорелась еще одна звездочка. Мастер рукоделия Гулькасима Еликбаева стала обладателем серебряной медали на 3-м республиканском конкурсе, организованном фондом первого президента. Конкурс милосердия проходил в городе Алматы. Во время торжественного мероприятия, прошедшего в райцентре, девушка вновь была удостоена почести. Подробности смотрите далее. Не успев переступить порог Дома культуры, сразу же взор падает на художественные произведения искусства. Радуют глаз различные игрушки, вязанные крючком. Особенность в том, что все это дело рук мастера рукоделия с ограниченными возможностями Гульсум Саматхаза. С наступлением зимнего периода предприниматель вяжет шапочки, перчатки, носки, все необходимое для повседневного быта. А уже недавно начали поступать свадебные заказы. Кроме того, по многочисленным просьбам стала изготавливать игрушки. Такой талант у девушки наблюдается с раннего детства. Вязанием занимаюсь с детства. Помню, как мне было интересно наблюдать за тетей, когда она вязала. Вот она и научила меня вязать, что спицами, что крючком, я быстро обучилась. Запустить бизнес на начальном этапе получилось при поддержке акима села Шубарше. Постепенно работа налаживается, далее Гульсум Еликбаева избирается членом клуба людей с ограниченными возможностями «Эклемет» при Уйлском районном Доме культуры. А уже позже завоевывает серебряную медаль на 3-м республиканском конкурсе «Караван милосердия», проходившем в городе Алматы. Предпринимательством занимаюсь с 2011 года. В 2012 году переехала в Уйлский район. В том же году я впервые выиграла грант от государства. 100 тысяч тенге на развитие своего бизнеса. По сей день большую поддержку получаю от сельчан. Часто приглашают меня на выставки. Аким Уйлского района выразил благодарность Гульсим Саматхаза, передав слова поздравления и главы области Ондасыну Розалина. В рамках мероприятия были вручены благодарственные письма квалифицированным специалистам в области образования, здравоохранения, общественной деятельности, в числе которых член народного ансамбля АКЖ Айша Сиябайказа. К слову, вчера ей исполнилось 70 лет. Очень радостно, что наш район с каждым годом процветает. Подобные мероприятия дают вдохновение развиваться и творить дальше. Спасибо большое нашим властям. Торжественное мероприятие продолжилось небольшой концертной программой. Гульдана Халенкызы, Гулия Айтуганова, Галымжан Урынов, телеканал Ахтубя.